Добрый день, вы смотрите «Итоги дня» телеканалу «Правда ТВ». С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В регионе стартовал федеральный проект «Детство в безопасности». Цена на ульяновский сахар снизилась до феноменальной отметки. Ульяновские школьники запустили ракету, где готовят будущих космонавтов и летчиков. 24-й турнир среди сотрудников силовых структур прошел в Димитровграде. Принятие бюджета области на следующий год стало одной из главных тем аппаратного совещания, прошедшего сегодня. Проект главного финансового документа утвержден на заседании регионального правительства. Теперь ему предстоит добиться одобрений у депутатов законодательного собрания. Действительно, конечно, нам придется еще на площадке законодательного собрания много что корректировать в тех предложениях правительства. Но я не думаю, что там какие-то критичные есть вопросы. Надо просто качественно отработать и выйти на защиту. Еще одной темой аппаратного совещания стали вопросы безопасности. На днях в Саратове произошел чудовищный случай. Была убита 9-летняя девочка. Губернатор поручил более ответственно относиться к безопасности детей по дороге в школу. Обратил внимание губернатор также на реформирование спортивной отрасли и проблемы демографии в области. В Ульяновской области в завершающую стадию подходит уборка сахарной свеклы. Убрано больше 70% корнеплода. Выращиванием свеклы в регионе занимаются аграрии лишь трех районов – Ульяновского, Чердаклинского и Цельнинского. На полях последнего побывал Сергей Морозов, а вместе с ним и наша съемочная группа. Сахарная свекла требует к себе большого внимания. Корнеплод, богатый сахарозой, любит тепло, солнце и влагу, поэтому выращивают его фермеры лишь трех районов – Ульяновского, Чердаклинского и Цельнинского. К середине октября ульяновские земледельцы убрали больше 70% свеклы. В общей сложности валовый сбор составил 319 тысяч тонн, при средней урожайности 374 центнера с гектара. Это значительно выше, чем в прошлом году. В прошлом году урожайность составляла 224 центнера с гектара. В целом, хочу сказать, что аграрии стали каждым годом все больше уделять внимание научным технологиям. Безусловно, выбирают качественный семенной материал. Активную приемку урожая ведет Цельнинский сахарный завод. Уборку свеклы и самопроизводство на днях осмотрел губернатор Сергей Морозов. Обсудили перспективы развития переработки сахарной свеклы. В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на заводе была своевременно проведена подготовка комплекса перерабатывающего оборудования. По словам главы профильного ведомства, заводом уже выработано 70 тысяч тонн сахара. Потребность Ульяновской области 60, излишки пойдут на экспорт. Как отметил Михаил Семенкин, впервые за 15 лет в ульяновских магазинах зафиксирована самая низкая цена на сахар – 21 рубль 50 копеек за килограмм. Однако, если для жителей это несомненный плюс, для производителей это означает снижение дохода. Областное правительство обещало помочь. В этом году мы с сельхозтоваропроизводителем провели определенные рабочие встречи, где мы выработали определенный механизм государственной поддержки. И со следующего года в избежание сокращения посевных площадей будет выделена дополнительная господдержка в разрезе, скажем так, на 1 гектар, это мы выплачивать будем 1500 рублей. Градообразующее предприятие по географии продаж обеспечивает сахаром весь Приволжский федеральный округ, в том числе и некоторые регионы Центральной России. Поддержка сельскохозяйственного экспорта будет продолжена в рамках реализации нацпроекта. В Ульяновске прошла школа ТОС. Членов территориальных самоуправлений и других некоммерческих организаций учили, как привлекать средства президентских грантов для реализации своих социальных проектов. Мероприятие организовано региональной ассоциацией ТОС, кстати, тоже на грантовые средства. Слово Павлу Полового. Получать помощь от правительства региона, благоустраивать территории – этому ульяновские ТОСы научились. Ульяновск во многом стараниями общественников-благоустроителей становится все краше, и останавливаться на достигнутом никто не собирается. В Российской Федерации есть фонд президентских грантов, пока не освоенный нашими общественниками. Научить писать проекты так, чтобы выигрывать грантовые конкурсы, решила ассоциация ТОС региона. Мы обучаем и помогаем некоммерческим организациям, ну и ТОСам, конечно, в том числе, писать проекты. То есть мы имеем поддержку правительства Ульяновской области, за что большое спасибо. Но хотелось бы, чтобы они умели сами привлекать денежные средства в наш регион, представлять свои проекты на федеральном уровне в различных конкурсах, ну и тем самым, естественно, привлекали финансы и интерес к нашему региону. Это моя задача сегодня была рассказать и показать механизм построения социального проекта, социально-предпринимательского проекта. То есть моя задача была донести такую новацию, когда мы проблему себе
села, проблему территории решаем через предпринимательство. Председатели ТОС, активисты, физические и юридические лица жадно впитывали информацию. Ведь очень заманчиво помочь людям заработать и сделать место, где ты живешь, еще более комфортным для проживания. Информация, изложенная специалистами, оказалась близка и понятна. Хотела бы сказать спасибо за организацию таких вот форумов, тем более приглашают из Москвы представителей, которые объясняют действительно, как написать социальный проект, как участвовать в нем. Вот наш ТОС «Победа» участвовал в наших региональных конкурсах, уже выиграл 3 социальных проекта в 2017 году, в 2018 году 2 проекта. Мы очень рады этому. Но, откровенно говоря, вот в таких грантах, которые президентские и более такие широкие, мы как-то побаивались участвовать. Но сейчас после вот таких форумов нам как-то полегче. Мы понимаем, что это не так трудно сделать, и это все возможно. Было бы желание. В принципе, таким подходом к реализации собственных идей через освоение президентских грантов может воспользоваться каждый. Движение ТОС в нашем регионе – прекрасный тому пример. Практика показала, что в селе есть необходимость, более необходимость создавания как раз ТОС. Потому что ТОСы многие сравнивают как с колхозами. Колхозы развалились, больше занять нечем. И вот сейчас благодаря ТОСам делается очень много. Во-первых, делается благоустройство территории, проводятся праздники, проводятся мероприятия. ТОСы на самом деле смогли вдохнуть новую жизнь в те сельские муниципалитеты, где они появились. Именно поэтому количество товариществ увеличивается ежедневно. По признанию председателя ассоциации, совсем скоро их станет на 70 больше. Люди в селах, пусть и медленнее городских активистов, учатся развивать собственное село самостоятельно в сотрудничестве с органами власти. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. В перинатальном центре «Мама» в рамках всероссийского проекта «Детство без опасности» организована единая система обучения родителей по обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. По словам специалистов, эта информация очень важна, ведь за прошлый год на территории Ульяновской области с участием детей и подростков было зарегистрировано 123 ДТП, в результате которых 6 малышей погибло. Подробности у Натальи Чумаченко. Ульяновская область стала одним из 30 регионов, где на базе перинатального центра стартовал федеральный проект «Детство безопасности». Единая программа научит молодых родителей правильно вести себя в машине на дороге, если ребенок рядом. Нет ничего важнее человеческой жизни. А жизнь ребенка, она вообще бесценна. И ребенок, в отличие от нас, взрослых, безусловно, до определенного возраста, не в состоянии сам себя обезопасить. Он не может сам определить для себя самое комфортное и безопасное место в автомобиле. Это целиком и полностью наша с вами задача. Начиная с октября 2019 года и в течение последующих 3 лет на территории перинатального центра «Мама» несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле. Молодых мам проинструктируют, как правильно использовать сертифицированные детские кресла, расскажут о соблюдении детского режима на дороге, а также напомнят о правилах перехода проезжей части дороги вместе с коляской. По словам специалистов, эта информация очень важна. Только за 12 месяцев 2018 года на территории Ульяновской области с участием детей и подростков до 16 лет было зарегистрировано 123 ДТП, в результате которых погибло 6 детей. Маленькие пассажиры входят в группу повышенного риска, являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения. Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле с помощью детского удерживающего устройства обусловлена тем, что физические процессы никто не отменял. При резком торможении или ударе при скорости 50 км вес пассажира возрастает более чем 30 раз. На пресс-конференции, в которой приняли участие представители администрации региона, профильных региональных ведомств и эксперты, главными гостями стали будущие мамы. Проект очень важен и интересен нам, как будущим мамам. И для меня, как для будущей мамы, очень важно правильно знать правила транспортировки малыша в автомобиле. Но для этого нужно знать, как правильно выбрать автокресло в автомобиль. И также нужно знать, как правильно его установить. Напомним, всероссийский проект «Детство безопасности» запущен в рамках реализации майских указов президента. Всего с 2019 года по 2021 года будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Наша съемочная группа побывала в школе имени Андрея Туполева. В этом учреждении есть авиатехнический музей и образовательный центр. Как влияет дух неба и космоса на местных учеников, расскажет Виктория Черкова.
От осколка Бурана до макета Белого лебедя. В школе номер 69 есть настоящий музей авиации. Сегодня наша съемочная группа посетила экспозицию и учебный центр под названием «Ближе к звездам». Более 100 экспонатов не просто пылятся на полках, а участвуют в учебном процессе. К слову, музей был создан выпускниками школы в 2011 году. Ребята наши написали проект по созданию школьного музея. И вот по сей день у нас музей такой есть. За 9 лет мы разрослись из маленькой комнатки, хранилища, вот до такого большого, красивого, интересного зала. Десятиклассники Иван Пантелеев и Егор Бабков с младших классов увлекаются авиамоделированием. Они создают самолеты и шаттлы для экспозиции. В нашей съемочной группе они показали свои лучшие экземпляры. Юные конструкторы признались, авиация для них не развлечение, а профессиональная мечта. Заниматься больше в авиации, буду развиваться в этом направлении. Какая специальность ближе по душе? Ну, авиаконструктор. Штурман или пилот? Что-то вот из этого. Уже готовишься к поступлению или пока еще не думал? Ну, готовлюсь, да. В нашу вот гражданскую авиацию хочу поступить. Для нашей съемочной группы четвероклассники приготовили сюрприз. Под руководством Вани и Егора они сделали бумажные ракеты. Затем они собрались в рекреацию и устроили торжественный запуск. К счастью, учителя не рассердились на инициативных ребят. В этой школе все космические порывы поддерживаются и поощряются. Напомним, в этом году 69-я школа получила поддержку от конструкторского бюро Туполева. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. Спортивные соревнования между сотрудниками силовых структур проходят регулярно, но среди них особо выделяется турнир, посвященный памяти Сергея Батанова, который проводится в Димитровграде. Слово нашим коллегам из города Атомщиков. В этом году соревнования силовых структур города проходили на базе ФОК и Нейтрон. Всего соревнования собрали порядка 80 участников. За главный приз турнира «Переходящий кубок» боролись димитровградские полицейские, сотрудники пожарных частей, судебные приставы и ветеранские организации. Участники состязались в волейболе, футболе, стрельбе и подтягивании. Как отмечают организаторы мероприятия, это хороший повод продемонстрировать не только свою физическую подготовку, но и встретиться с коллегами. Есть возможность посмотреть друг на друга, людям, которые долгие годы не видели, пообщались, старые друзья, когда мы еще можем встретиться вот так вот в неформальной обстановке. Традиционно на соревнованиях присутствует в качестве почетной гости вдова Сергея Батанова Татьяна Ивановна. Организатором был Сергей Иванович Морозов, за что я ему очень благодарна. Вот. Он сказал, что Сережа Сергей Алексеевич заслужил, чтобы о нем помнили. Так как он человек был мужественный, человек чести и доблести. Он никогда не хотел, чтобы в нашем городе правили бандиты, преступники. Он всегда хотел, чтобы все было по закону. По итогам всех испытаний традиционно первое место заняла команда Димитровградской полиции. На втором месте воинская часть 3706. Почетное третье место у команды 5-й пожарной части. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Димград 24. Специально для Улправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 15 октября в регионе удержится относительно теплая, но дождливая погода. Температура воздуха днем поднимется до отметки 15 градусов по Цельсию. Ветер западный 7 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов?
мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.